Всем привет! Добро пожаловать на обзор Cadillac CTS 2008 года выпуска. Стоимость данного автомобиля составляет 750 тысяч рублей. И сегодня я нахожусь в Республике Татарстан, город Набережные Челны, автосалон Carline. Этот обзор будет посвящен экстерьеру и интерьеру автомобиля. Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем его звучание. Светлый салон, кожаная обивка сидений, нажимайте на тормоз. Кожаное рулевое колесо с деревянными вставками. Рулевая колонка регулируется в двух плоскостях, как по высоте, так и по вылету. Имеет электрические регулировки. Давайте включим фары, дальний свет фар, противотуманные фары. Также аварийная сигнализация. Давайте откроем капот. Восемнадцатидюймовые диски. Фар. Двигатель шестицилиндровый, 3.6, 311 лошадиных сил.
задние датчики на пробке, двойные выхлопные патрубки. Вставки из натурального дерева, две позиции памяти для водителя, открывание крышки багажника, также алюминиевые вставки, центральный замок, блокировка стекол, электростекло. Кожаные сиденья с подогревом вентиляции, перфорированные, полностью с электрорегулировками. Также по двум направлениям имеет и регулировки поясничный подпор. Стояночный тормоз. Чтобы его активировать, нужно нажать вот на эту небольшую педальку. Сейчас он активирован. Чтобы деактивировать, нужно притянуть на себя вот этот рычаг. Все очень просто. Давайте послушаем звучание двигателя. Звучит великолепно. Бортовой компьютер, который отображает всю необходимую информацию. Многофункциональное рулевое колесо, управление круиз-контролем, также управление аудиосистемой, голосовое управление. Тачскрин дисплей, который выезжает вот из этой панели, который активируется вот этой кнопкой. Вы можете непосредственно управлять этим дисплеем благодаря вот этим кнопкам, либо же касаясь, так как он тачскрин. Аудиосистема Bose с 10 динамиками звучит просто потрясающе. Вся торпеда обтянута кожей, также вставки из натурального дерева,
вставки из алюминия просто гармонично сочетаются и смотрятся просто великолепно. Просто потрясающие отделочные материалы. Также здесь встроенный жесткий диск на 40 гигабайт для хранения любимой музыки и всех файлов. Навигация. Также отображается температура за бортом. Proceed to the highlighted route. Довольно четкая графика. Также компас. Proceed to the highlighted route. Который управляется при помощи этого колесика, либо же вы можете управлять, касаясь этого экрана. Вход для внешних устройств, USB, жесткий диск. CD-ченджер на 6 дисков, также DVD. Зонный климат-контроль. Proceed to the highlighted route. Подогрев и вентиляция сидений с 3 ступенями, как для водителя, так и, соответственно, для пассажира. Различные зоны. Передний и задний обогрев стекол. Рециркуляция, автоматический режим. Эти дисплеи слегка повернуты, что очень удобно. Розетка, пепельница, автоматическая коробка передач с возможностью ручного переключения. Также кожаные обивки, деревянные вставки, подстаканники, подлокотник очень удобный, с двумя нишами, розетка, вход для внешних устройств и USB. Подсветка. Как переднему пассажиру, так и водителю будет очень просторно, так как эти кресла имеют множество регулировок. Здесь настолько умный бортовой компьютер, что он информирует даже о незатянутой пробке бака,
также о давлении в шинах и о времени, ну, в общем, жизни масла. Информирует о необходимости визита на СТО. Также система доступа без ключа, как я уже показывал, с автозапуском. И в заднем мосте блокировка дифференциала, также полный привод. Здесь головной свет с поворотными фарами и с автоматической регулировкой высоты светового пучка. Также в Кадиллаке отменная устойчивость на сухом и мокром покрытии на высоких скоростях. Три электронные системы: Stability Track, пробуксировочная система и система распределения тормозных усилий. Я считаю, главный козырь Кадиллака – это экстерьер. Она может нравиться или не нравиться, но когда вы на ней проезжаете, в любом случае взгляды будут притягиваться. Как я уже упоминал, качество отделки на высоком уровне и шумоизоляция практически на скорости 180 км в час, можно говорить шепотом. Как я уже упоминал, кожаная торпеда, обшивка панели приборов, настоящее дерево, также оригинальное решение подсветки салона. Также здесь установлена подвеска с улучшенными характеристиками и самовыравниванием уровня пола задней части кузова. Установлена автоматическая система распознавания присутствия пассажира на переднем сиденье, индикатор отключенной подушки безопасности и датчик наличия пассажира или ребенка на переднем сиденье, противоугонная система, которая включает блокировку замка зажигания, рулевой колонки, также периферийные замки и механизмы с фиксаторами, которые открываются только ключом, электронная охранная система, система идентификации автомобиля. Потрясающий автомобиль, мне лично понравился. Особенно качество отделки материалов. Легкая посадка в автомобиль. Вешалка. Небольшая пепельница. Розетка. Вентиляционное отверстие. Подлокотник с подстаканниками. Подсветка. И довольно просторный задний ряд сидений. Задний ряд сидений также перфорированная кожа. Огромное багажное отделение. Запасное колесо. Там кратные инструменты.
центральный замок. Алюминиевые накладки на порогах, Кадиллак. Также полностью с электрорегулировками и пассажирское сиденье. И по двум направлениям электрорегулировки имеет и поясничный подпор. Что очень удобно, особенно в дальних путешествиях. С двумя полочками бардачок. Здесь установлены датчики объема. При постановке на сигнализацию, в случае, если вы вдруг решили оставить стекла открытыми, кто-либо, если проникает в автомобиль, срабатывают данные датчики объема, соответственно, срабатывает сигнализация, штатная сигнализация, установлена в данном автомобиле. Да, что кто-то проник. Да, то, что проник. Соответственно. Очень удобная система безопасности. Да, да. Неординарный автомобиль, который будет притягивать взгляды прохожих. Я думаю, что на этот автомобиль все будут смотреть с большим удивлением, так как интерьер и экстерьер просто поражает. На этом обзор Cadillac CTS 2008 года выпуска завершен. Еще раз напомню, стоимость данного автомобиля составляет 750 тысяч рублей. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, берегите себя и до встречи в следующий раз. Давайте прокатимся немного на этом Cadillac. При включении задней передачи автоматически правое наружное зеркало заднего вида опускается. Для удобной парковки. Для удобной парковки. Все для удобства людей сделано. Ну, в этом автомобиле я, наверное, отмечу потрясающий экстерьер и интерьер. Этот автомобиль может нравиться или не нравиться, но в любом случае взгляды прохожих он будет притягивать. И вам повышенное внимание со стороны, как говорится, обывателей, да, гарантированно. И также меня поразила аудиосистема Bose с 10 динамиками. И на трассе, вот как я уже упоминал, в принципе, при скорости 180 км в час можно разговаривать шепотом. Этот автомобиль у нас калининградской сборки, но несмотря на это, качество сборки потрясающее. Мне очень понравилось лично. Сиденья очень удобные, они имеют также поясничный подпор с электрорегулировками по двум направлениям. Хотелось бы ответить, конечно же, информативное рулевое управление при наборе скорости, то есть руль наливается тяжестью и более приятно становится водить, и подвеска все неровности проглатывает очень быстро, практически парите над дорогой. И двигатель 6-цилиндровый, 3.6, прямой впрыск топлива, 311 лошадок, ну и на трассе тоже довольно бодро можно ездить и ускоряться.
двигатель практически не слышно, а уже на высоких оборотах сочный такой рык, присущий именно Cadillac. Автомобиль, повторю, для ценителей. Также бортовой компьютер.